В оздоровительном лагере «Достык» завершился третий сезон. В этом году здесь уже отдохнули более 500 детей. Подробнее смотрите в следующем сюжете. Всего за летний период в лагере «Достык» 5 сезонов. Каждый имеет свое направление и тематику. Третий сезон проходил под эгидой спорта. Каждый отряд носил название спортивных брендов и имел свои кричалки. К слову, в этом сезоне в лагере отдохнули 170 человек. Это уже моя 6-я смена, проведенная в этом детском оздоровительном лагере «Достык». В этом году это уже моя 3-я смена подряд, и я являюсь командиром первого отряда. В общем-то, я каждый раз возвращаюсь в этот лагерь, потому что лагерь дает возможность открыться, дает показать свои таланты. Здесь можно петь, танцевать без осуждения. Первый раз я поехала сюда 2 года назад. Это была совершенно случайная поездка, но несмотря на неожиданность всего происходящего, я очень полюбила этот лагерь и каждый год возвращаюсь сюда. Я приехала из Астаны. В лагере отдыхаю впервые. Все очень понравилось. Ежедневно для нас организовывали спортивные эстафеты. Мы познакомились с ребятами, стали друзьями. За 3 сезона в лагере «Достык» отдохнули более 500 ребят. Как отмечает директор Юлия Евсеева, здесь созданы все условия для отдыха и развития детей. А на сегодняшний день у нас в лагере отдыхает 170 человек. Идет 3-я лагерная смена. Вообще за 3 сезона отдохнуло у нас около 500 человек. Из них 85 человек отдыхали дети из фонда «Всеобуча» по бесплатным путевочкам. И дети, которые оказались в зоне подтопления. К слову, в лагере «Достык» есть все условия для хорошего отдыха детей. Уютные корпуса, 5-разовое питание и площадки для занятия спортом. Диас Усен, Дамир Ескендиров, служба новостей.